بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Как меня слышно, сестры? Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Угу, хорошо, хорошо. Так, отлично, Амдалила. Сегодня будем с вами разбирать одну, одну тему, о которой меня попросила одна ученица. И мы, иншаллах, постараемся попробуем разобрать эту тему с точки зрения ислама, э, так как мы на все наши, все наши знания, действия, вся наша жизнь должна строиться на знаниях из Курана и из Сунны Посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Да? А, то есть, все, что мы устраиваем для себя, вот весь быт, э, всю нашу жизнь все, что нас окружает, мы должны а, строить это на основе а, тех знаний, которые мы возьмем из а, Курана и Сунны Посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Так как мы живем сейчас в таком современном мире, ну, то есть сказать, что мы живем с вами в современном мире, немного будет даже и неправильно, да, сестры, потому что мы живем в, в в том временном отрезке, а, в котором мы живем, да, вот. И э, мы смотрим на то, что мы живем а, в этом временном отрезке а, в, и в наше, в это время, в которое мы живем, да, есть определенное развитие этого мира, которое, например, не было 10 лет назад, которого не было там 20 лет назад, э, или там, которого не было там а, лет назад и конечно же например же можем смотреть там на тот временной отрезок который был при пророке саллялах алейхи да но тем не менее тем не менее да тем не менее мы должны понимать что все законы всевышнего Аллаха а все те границы, которые установ... он установил, все то, что предписано нам, оно будет актуально во все времена. То есть нельзя сказать, что там, а, сейчас у нас другое время, сейчас нам это не нужно, а вот сейчас там что-то как-то не так, да? Нет, напротив, все законы Всевышнего Аллаха, они совершенны, Алхамдулиля, и в каждом из этих законов есть своя мудрость Всевышнего Аллаха. А что делаем мы, да, например? Мы смотрим, да, и каждое не... Законы Всевышнего Аллаха подстраиваются под наш быт а мы э, подстраиваем весь наш быт под законы Всевышнего Аллаха. То есть мы смотрим, ага, сейчас, например, при пророке, саллиллаху алейкум, было так, сейчас так. Как мы можем сопоставить эти времены и э, закон Всевышнего Аллаха? То есть, потому что э, вот эта крайность, да, которая выходит э, за эти рамки, что а, даже появляются такие секты, да, вот крайность, э, которые переходят из крайности э, в одну из одной крайности в другую крайность, и поэтому получается у нас такой дисбаланс и нету э, вот этого э, счастья, да, и нету спокойствия, нету успеха, поэтому все это мы должны смотреть и все это сопоставлять с законами Всевышнего Аллаха и действовать в соответствии с этим, в соответствии с Кораном и с сунной посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Это касается всего, э, касается и э, всех сферах вашей жизни, да, например, личная, ваша, семья, дети, воспитание детей, отношения с, э, с супругами, отношения с родственниками, родителями, с общим, да, социализация. Это касается всего, вообще всей нашей жизни. Но а давайте с вами перейдем, да, и ко мне поступил вопрос от одной из учениц с просьбой, да, вот такой и вопрос, и просьба была я зачитаю просто сообщение, не буду говорить от кого. А, вот это не имеет значения, но очень хороший запрос поступил. А, мне он понравился, и я решила сегодня не просто так там а, ответить, а раскрыть эту тему сегодня вместе с вами, чтобы была польза для всех нас. И тут мне поступил вопрос. Ухте, а вы не могли бы раскрыть тему материнского выгорания в одном из эфиров? Может, вы знаете, что говорят ученые по этому поводу, как бороться с этим со стороны ислама или другие лайфхаки? Мне кажется, это актуальная тема на все времена. Потому что с этой проблемой сталкивается, наверное, прямо каждая женщина, несмотря на то, что мусульманка она или нет. И если неверующим с их отношением к жизни еще как-то, то вот уж будучи мусульманкой, думать о том, чтобы сделать с собой что-то или плохое, или это как минимум очень стыдно. Это как минимум очень стыдно. Но я просто пока зачитаю, сестра, а потом, иншаллах, я корректировку, иншаллах, сделаем, да? И от этого, сама, этого, от этого самой не легче, а Психологам мусульмане не обращаются. Мне кажется, у нас, как у мусульманок, все же большие цели на детей большие цели на детей, дать им исламское образование, с пеленок, но это благая цель, плюс дополнительная нагрузка на нас, помимо обычной нагрузки от детей и быта. Плюс если брать жизненные ситуации по типу у кого-то нет мужа, у кого-то родители не придерживаются ислама, и оставлять ребенка с бабушками и дедушками тоже не вариант. У кого-то нет подруг. Кто-то вынужден целыми днями сидеть дома и выходит только с мужем. Особенно если дети маленькие, там вообще эмоциональное опустошение. Угу. Так, ну давайте по пунктам, по полочкам разберем, да. И я думаю, что, ну, напишите свое мнение, да. Тема актуальная, правильно, сестры, дорогие, для всех нас, для женщин, я думаю, что это актуальная тема для нас всех, включая и меня тоже, потому что я тоже мама, я тоже женщина. Вот. И давайте разберем. Давайте посмотрим вот здесь, да. Вообще, что такое вот с проблемой каждая женщина, она или нет, там с проблемой выгорания материнского выгорания, да? Вообще что такое выгорание? Давайте разберем. Почему? Потому что вот часто бывает так, что термины, вот об этих терминах нету знания, да? И что делает человек? Он где-то там услышал это, где-то там послушал и все, и он говорит, а все у меня э, выгорание, то есть понимает, что это выгорание, и что переходит в роль э, в роль жертвы, ссылаясь на что-то, да, то есть ищет кого-то виноватых. И дальше давайте пойдем. Что такое выгорание? Это э, что? Это э, состояние, когда человек э, растратил свою энергию, не не потратил, потому что мы тратим свою энергию каждый день и для этого Всевышний Аллах нам дает эту энергию, да? То есть она нам нужна для того, чтобы мы ее что тратили и тратили на благо. Сейчас чуть попозже коснемся немножко, чтобы вам было понятливее, да? Вот. И что такое выгорание, да? Это то, когда человек приходит в такое состояние истощения, а вот истощение у нас от чего получается? от того, что, например, вот когда говорят физическое вот истощение организма, да, когда человек сдаст анализы и у него там показатели а, тех или иных там микроэлементов, там витаминов, которые есть а, а, в организме у него, а, они а, ниже чем норма, да? И что говорится это истощение. А почему это почему это привело к этому истощению? А привело это к этому истощению от того, что человек растратил эту эти витамины, эти ресурсы, но не позаботился о том, чтобы восполнить эти ресурсы. Поэтому вот выгорание это состояние истощения которая приводит, приведет, приводит к параличу чувств, да, этих чувств, и дальше оно сопровождается, то есть утратой наслаждения в этом, да, и утрата какой-то радости от этих действий а сказать, что религиозное выгорание бывает, да, бывает, это упадок имана. То есть э, все вот эти, э, за, э, сказать, завулированные, завалюлированные, я это слово выговаривать не умею, но в общем все вот эти термины, да, которые вот можно сказать там закопались, вот так, скажем вам, да, а, в закопались а, и сказать, что это все есть у нас в исламе, да? то есть эмоциональное выгорание, физическое выгорание. Вспомним о чем? Вспомним о, о хадисе, который э, привел Пророк ﷺ. Да? Какой хадис? Как вы думаете? Кто скажет? Сейчас, сестры, я посмотрю. У меня комментарии ваши не вижу. Я включу. Ага. Тут уже на вопросы кто-то отвечает. Так, кто тут ответит? По 33 раза Субханаллах перед сном? Нет. Про зикр? Нет. Значит, пророк, саллиллах алейхи вассалям, о нас предупреждал о вот этом выгорании, чтобы не было выгорания нерелигиозного, религиозного, ни физического, ни эмоционального. Что он сказал? Когда к пророку, саллиллах алейхи вассалям, да, это а, хадис передается от Абу Мухаммада Абдуллаха ибн Амра ибн Аль-Ас. И а, да будет доволен всевышний Аллах ими обоими, да? Что он сказал, да? Что он что? Он в свое время пришел к Пророку васселям, да и э, передали Пророку вассалям, о том, что он сказал. То есть э, Абдуллах ибн Амр сказал: я, в э, Аллахе, да, клянусь Аллахом, я непременно буду поститься днем и молиться ночью до конца своей жизни. И посланник Аллаха, саллиллах алейхи уас спросил его: «Э, "Ты это ты сказал так?" И он ответил: "Да, я это сказал, то есть признал. Да, действительно, это я так сказал. И а, там он сказал еще: а, "Пусть достанут мой отец и мать выкупом за тебя, да, о посланник Аллаха." И а, он сказал, э, «Поистине тебе не выдержать этого, а поэтому постись и прерывай пост, молись и спи по ночам, постись по три дня в месяц, ведь за каждое благое дело воздастся в десятикратном размере, и это будет подобно непрерывному посту». Я сказал, «Поистине я способен на нечто лучшее». Он сказал, «Тогда постись раз в три дня». И дальше он сказал, Не, поистине я способен на нечто лучшее. Он сказал, тогда постись через день, ибо таков был пост Дауда, а, алейхиссалям, и это наиболее справедливый пост. Угу. Теперь, если, сестры, по, по полочкам разложить этот хадис, да, то а, все вот эти курсы... <laughs> курсы по мотивации, эмоциональное выгорание, еще что-то, еще что-то вот, а, чтобы не платить за них огромные деньги, пожалуйста, прочитайте этот хадис и вдумайтесь просто в слова пророка салляллах алейхи уасселям и проанализируйте, что он сказал. Если проанализировать, то а, можно много чего Пользы и много чего для себя узнать. Теперь здесь, смотрите, вот вернемся к выгоранию. Выгорание происходит от того, что растрачивается что? Растрачивается энергия и растрачивается энергия, а неправильно растрачивается энергия. И почему происходит это? Почему это происходит? Потому что... Нужно вспомнить, какой смысл жизни у человека. Вот у человека должен быть смысл жизни, и он у каждого из нас есть. У мусульман, если мы возьмем, да, у нас у каждого разные свои цели, да, но у нас есть одна общая цель – это поклонение Всевышнему Аллаху, потому что мы вспоминаем, то, то с какой целью мы сотворены. Я сотворил джинов людей только для того, чтобы они поклонялись мне. То есть у нас уже есть смысл жизни. Нам его не надо искать. Да? То есть нам не надо искать, что, какой у нас смысл жизни. У нас смысл жизни – поклонение Всевышнему Аллаху. Если смысла жизни у человека нету. И вот если бывает, да, скажет, а почему тогда горане наступает у мусульманина, да? Почему? Потому что до конца, до конца, значит, он не понял смысл своего сотворения. То есть прибытие его в этой дуне, пребывание его в этой дуне, он должен понять с какой целью он пребывает в этой дуне. Он пребывает в этой дуне только для того, чтобы поклоняться Всевышнему Аллаху. Больше не для чего. Больше не для чего. И а, тут возникает вопрос. И тут опять-таки же отсутствует что? Отсутствует критическое мышление. Вы понимаете, сколько всего нам не хватает мусульманам и как мы себя не развиваем. И у меня, честно говоря, вот это, знаете, такая вот боль, когда я вижу это все, и я думаю, Субхан Аллах, Всевышний Аллах нам все-все-все дал. Вот мусульманам вот, не нужно искать где-то извне, не нужно ждать, чтобы какой-то человек там додумался, разработал какой-то курс, да, там, и этот, этот, этот курс там презентовал, и мы там за это заплатили. У нас есть Кур'ан и сунна посланника Аллаха саляллах, алейхи вассалям, но мы сами, сами себя загнали а, в эту, а, в эту, как бы сказать, а, рутину, а, в, этот, в этот омут, можно тоже сказать. Почему? Потому что мы что сделали? Мы от, отвернулись от Кур'ана и сунны и начали а, искать где-то извне э, ответы на наши вопросы где-то извне мы начали искать э, то как нам э, жить и поэтому поэтому происходит такое потому что если мусульманин э, понимает да с какой целью он сотворен он должен еще и критическое мышление свое развивать а как он будет его развивать он будет развивать, размышляя. То есть критическое мышление можно э, развить как? Размышляя, в первую очередь размышляя над Кораном и сунной, потом над сунной посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И вот это эмоциональное выгорание, истощение, да, оно происходит э, тогда, когда человек теряет что? теряет вот этот смысл, а, теряет, э, что теряет мотивацию, которую у него вообще и не было. Да? Потому что человек, э, скажу, да, человек это не биологическая машина по производству навоза. Нас Всевышний Аллах не с этой целью создал. Нас Всевышний Аллах создал с целью поклонения. Поэтому мы все должны идти к этой цели и больше никакой другой. И если мы посмотрим, да, что такое стимул. Вот ты говоришь, когда у меня нет стимула. Что такое стимул? Стимул, вот если дословно это 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 же слово заимствованное в русском языке да это слово из греческого языка и дословно она означает палку и в древней греции была такая палка да у которой был такой наконечник острый наконечник которым они толкали животное ну, то есть быка да чтобы он что чтобы он тянул и то есть он чтобы тянул повозку да и что это такое это убегание от боли почему потому что этот бык чтобы его не укололи да он бежит бежит а, от этой боли и это дает ему как бы стимул идти 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 а теперь вот это, если э, посмотреть, да, что такое вообще стимул, от, от чего она произошло, от чего произошел этот э, термин, да? Вот у э, у мусульман у мусульман есть стимул. Какой у нас стимул? Кто скажет? Давайте мы с вами, я вот очень хочу, чтобы мы сегодня с вами свое критическое мышление поразвивали немножко. Жду ваших ответов. Угу. Так, рай для нас стимул, награда. Нет. Сейчас я объясню, почему нет, говорю, да? Так, довольство Всевышнего Аллаха. Стимул нет. Вот в моих словах было вот. Убегать от, от боли адских мук. Вот, Маша Аллах, молодцы. А, так, стимул для мусульман это довольство Аллаха и следствие рай. Нет, это не стимул. А, стремление к Аллаху, поклонение, страх, недовольство Всевышнего Аллаха и попадание в гену. Да, попасть в рай. Нет, это не стимул. Стимул я вам объяснила, что такое? Увидеть лика Аллаха. Вы бежите от лика Аллаха. Стимул что это? Это убегание от боли. Да? И смотрите, мы, мусульмане, мы убегаем от чего? От боли чего? От гиены убегаем, от адского пламени убегаем. Теперь, человек всегда от чего-то бежит, от того, что ему неудобно. От того, что его, ему, от того, что ему причиняет эта боль, от того, что ему причиняет это страдание. Да? И, и смотрите, сейчас мы дойдем. сейчас даже вот сегодня я вам подготовила урок так, чтобы вы поняли, почему люди а, впадают в наркозависимость, в алкозависимость, и почему люди заканчивают жизнь самоубийством. Такой вам еще и урок будет по, <coughs> по психологии. Инша Аллах. То есть, смотрите, стимул есть у всех у нас. У всех у нас есть стимул во всем. Во всем есть стимул. Например, мы убежим от голода. Чтобы нам бежать от голода, что мы делаем? Мы готовим кушать. Это наше действие уже. А наша эмоциональная, то есть духовная составляющая, да? Духовно мы что? Мы бежим от адского пламени. Бежим от гнева Всевышнего Аллаха, бежим от грехов, мы бежим от этой боли, да, от того, что не что доставляет нам неудобства. И давайте вот такой я вам пример а, приведем. да? Например, человек а, в лесу, да? а, человек что человек в лесу находится, идет, 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 и вдруг встретил волка. А, что он будет делать? Он будет бежать от этого волка. Да? И вот он бежит, бежит. И если, вот, если так посмотреть, то а, все рекорды Гиннесса, он, а, как сказать, произойдет, а, когда он, он бежит. Потому что что? Он бежит от боли, и он боится. И он а, применяет все силы, все силы. Для того, чтобы что? Для того, чтобы избежать этой участи, быть а, загрызанным да, волком. Дальше смотрите. И он бежит, 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 и вдруг в один момент он обнаруживает, что волка нет. Все, он оборачивается назад и видит, что а волка как такового нет. Все, он куда-то убежал, куда-то исчез, куда-то делся. Что дальше происходит с этим человеком? Все, у него пропал стимул. Пропал стимул что? Пропал стимул бежать. И он дальше не знает, что ему делать. И вот тут у человека должна появиться мотивация. В этот момент, в этот момент человек должен найти мотивацию. Мотивация слово мотивация да, происходит от слова мотив. То есть это цель. Если у человека нету мотива да нет мотива этого, то что он он может лишиться и того что у него до этого было. И он может э, девальвировать то, что было у него до этого, и вперед, и вот э, перестает э, делать то, что э, вообще было. Может э, и саморазрушением начать заниматься, и э, до самоубийства может дойти. Э, почему? Потому что у него нету, нету, не было мотивации. Вот этот человек, которого преследовал волк, вот все, волк исчез. Дальше что? Для чего я? Вот я бежал от волка, чтобы что? Чтобы убереть свою жизнь. А для чего я живу? У меня нет смысла жизни. Теперь, теперь разберем это, да? Смотрите, у мусульманина есть стимул. Мусульманина есть стимул. Это вы будете применять, вот вы можете даже это, даже не то чтобы можете, записывайте это. Это вам будет такой вот, как сказать, э, групповая консультация у вас сейчас. То есть а вы пишете себе, да? У, у меня у меня есть стимул. У каждого из нас, у нас сейчас с вами 59 человек, у нас один стимул. Мы бежим от адского пламени, от наказания Всевышнего Аллаха, от Его недовольства, от греховного, от харама, да? И у нас есть мотивация. Когда вот, например, мы э, все, мы бежим от адского пламени. То есть, что мы делаем в этот момент? Наши действия, да? Какие у нас действия должны быть в этот момент, чтобы уберечься от адского пламени? Что? Какие действия? Ну-ка пишите, давайте писать. Какие у нас действия, действия есть? Вот у нас появился стимул. Мы бежим от адского пламени, от недовольства Всевышнего Аллаха, от его наказания, от харама. Какие у нас действия будут? Покаяние, поклонение. Прекрасно. Дальше. Еще сестры. Пишем, пишем, пишем. Соблюдение обязанностей, знания. Прекрасно. Еще. Давайте, сестры, работаем все вместе. А, выполнять все фарды. Отлично. Маша Аллах. Еще. Поклонение. Тауба. Правильно, тауба. Все вот это, все, что вы говорите, я говорю правильно, правильно, правильно. Да, да, да. Оставление греховного. Садака. Коран. Маша Аллах. Соблюдение всех столпов ислама. Избегание грехов, таухид, отлично. Еще изучение религии, Маша Аллах, да. Угу, хорошо, прекрасно. Значит, дальше. Смотрите, вот это все, что вы сказали, мои дорогие, это все правильно, молодцы. Альхамдулиля. То есть, а, то, что... Покаяние, поклонение, соблюдение обязанностей, знания, выполнение все фарды, поклонение, тауба, благие деяния, оставление грехов, садаха, хуран, соблюдение всех столпов ислама, избегание грехов, таухид, изучение религии. Все это правильно. Машаллах. Умнички. Отлично. Но все это можно собрать в одно. Что? В Айба, да, то есть поклонение с той целью, с которой человек сотворен. Просто жалко, что в Телеграме нельзя рисовать, я бы вам порисовала бы, да? И у вас бы нарисовалась бы такая хорошая картинка, да? Кто знает, как рисовать в Телеграме на доске, подсказывайте. Потому что я не умею этого делать. В зуме знаю, а здесь нет. А так бы я бы вам порисовала бы и... Э, сейчас. Так. Нет, я даже не умею. На компьютере я рисовать не умею. Ну ладно, хейр, хейр, сестры. Так. Так. Ну, вот здесь доску нельзя сделать на Телеграме. В Телеграме. Здесь, если показываешь экран, он просто показывает то, что у меня есть. А то, что у меня есть, на этом я эти программы рисования, я не, не владею ими. Это в экране у себя. Но у меня такого нету. У меня такого нету. У меня есть экран. Я хочу его транслировать. И когда я начинаю его транслировать, у меня выходит все, что... И рисуйте там, транс... И рисуйте там транслировать экран. Но у меня транслируется то, что у меня на экране. Что у меня есть на экране. Вот. Вот я сейчас с вами поделюсь, да, и вот у меня будет выходить а, экран. Так, прекратить транслировать экран. Ладно, сестры, давайте я пока буду говорить и буду пробовать там, что вы там. А, что вы советуете попробовать пробовать? Потому что. Хейр, так, зайдите в комментарии. Хорошо, сестра, вы рисуете сами, я вам буду говорить. Нарисуйте кружок, да? Просто я хотела вам наглядно показать это. Ну, хорошо, Хейр. Конечно, если бы я рисовала бы, оно бы было бы эффективнее, но Альхамду ничего. Угу. Что-то нашла, сестры. Так, хорошо. Сейчас попробую вам это сделать. Порисовать. Нет. Ладно. Нет, сестры, ладно, давайте. Мне вообще сейчас эта идея пришла рисовать, потому что я обычно всегда свои мысли мысли рисую вот так вот. Хорошо. Чтобы не убежала наша основная цель урока, давайте не будем отвлекать на это. Значит, смотрите, у мусульман есть символ. Вот нарисуйте себе кружочек. Да? Мы сейчас этот кружочек будем делить. И это будет ваш можно сказать а, смысл вашей всей жизни и каждого из нас, да? Вот у нас кружочек. У мусульман есть и поделите. Я не знаю пока что, насколько мы будем делить. Поделите на три части. Пока что на три части поделите этот кружочек. А, я сейчас тоже буду себе а, рисовать и делить потом если что я вам фотографию скину то есть первое что у нас есть первый кусочек торта это у нас есть стимул стимул и в этот стимул это что это а, убегать от боли убегать от боли или убегать от одного состояния в другое то есть а, когда говорят что стимул это только в хорошем положении. Нет, стимул он бывает и в плохом состоянии. Когда есть, например, э, стимул у грешников, э, есть стимул э, согрешить, да, то есть э, согрешить что? Отойти от одного состояния, то есть состояние там, например, алкоголь, алкоголизм, да, э, наркомания. Он от одного вот этого состояния, э, он хочет прийти в другое состояние. Э, и вот у него есть стимул и э, когда у человека есть стимул это он убегает от боли у мусульманина какой есть стимул у мусульманина стимул уберечься от ада уберечься от ада и что у него есть э, от наказания всевышнего от наказания от наказания Аллаха, да? То есть все, вот и стимул мусульманина. Дальше с этим стимулом, вот, если есть этот стимул, как мы с историей волка, вспоминайте всегда историю волка, кто идет в истории волка? У него появился стимул убежать от волка. Убежать от волка. Это стимул. Дальше. Э, он бежал, 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 волк исчез. Но у него не было мотивации. То есть, а у мусульманина есть мотивация? У мусульманина есть мотив, у мусульманина есть цель. Он бежит от адского пламени. Пишем мотив, следующую колонку делаем. И пишем мотив. Сейчас я вам сфоткать попробую, что я пишу. И вы также пишите, пишите себе. Вот я вам в комментарии отправила. Сейчас, кстати, буду фотографировать и отправлять. Вот мотив. А, так, пишу быстро, поэтому почерк может так, такой быть не очень понятливый, сестры. Но я думаю, что Инша Аллаху вы поймете. Дальше, мотив. Потому что вот где история волка, у него был стимул убежать от волка. И когда он... Волка нет, я напишу, да? Волка нет. Нет мотива. Зачем он убегает от этого волка? Ну, он убегает, чтобы уберечься. А зачем он убери... убегает? Зачем он оберегается? Что он потом будет делать? Он, он, ну хорошо, он убежал от волка. Что он потом будет делать? Все, у него нету мотивации, у него нету мотива. У мусульманина всегда есть мотив, когда он убегает от ада, убегает от наказания Всевышнего Аллаха. У него есть мотив. Какой мотив есть у мусульманина? Да? Поклонение. Потому что он целью поклонения... Поклонение, довольство Аллаха. Довольство Аллаха. Почему? Потому что когда мусульманин убегает от наказания, это, это когда он а, оберегается от адского пламени, да? А он что? Он идет, у него есть мотивация. Ну вот я перестал грешить. А что мне нужно делать дальше? Я сделал тауба. Я перестал грешить. Что я буду делать дальше? Какая у меня цель в жизни? Какой у меня мотив? Какая у меня мотивация вообще? А мотивация такая что? Поклонение и довольство Аллаха. Все, после того, как ты обрегаешься от грехов, ты что делаешь? Ты поклонение совершаешь, добрые деяния совершаешь. Правильно? Дальше. Когда у человека есть мотивация? да? Когда у человека есть мотивация, у него появляются ценности. То, что он ценит. И что для мусульманина является самым ценным? Пока я вам не отправила эту фотографию. Ну-ка, напишите, что для мусульманина является самым ценным. Пока мы с вами разбираем духовную составляющуюся. И сейчас вам будет понятно, да, все вот это а, выгорание, как с ним справиться и все остальное. Угу. Иман. Ваш аллах Молодцы. То есть ценности, а довольство Аллаха это у нас мотив. А ценности у нас, вот я написала вам. Смотрите, как я переписываете Иман. Вот у нас появляются ценности Иман. Это мы с вами духовную составляющую разбираем, и потом я вам скажу, как с этой в этой духовной составляющей через эту духовную составляющую мы можем проецировать на всю нашу жизнь. И инша Аллах, не будет у нас никакого выгорания и будет у нас э, все хорошо дальше после того как у человека появляются ценности он выходит на новый уровень своей жизни правильно у него ценность его иман. а что такое ценность ценность это нечто что ты ценишь оберегаешь охраняешь и приумножаешь да где-то приумножаешь, да, и вот э, или если это, например, какая-то ценная вещь для вас, да, вы что делаете? Вы ухаживаете за ней? Вы за ней ухаживаете? То есть что у вас появляется? А ну-ка быстро говорите. Я уже вам даже подсказала. Бережем. Хорошо, бережете. Дальше. Вот у вас ценности появились. Иман. А если у вас что-то ценное? Действия, деяния. Правильно, Маша Аллах? Деяния должны появляться. Вот я вам нарисовала. Деяния. Сейчас я еще не дописала туда. Так, деяния, то есть э, деяния, там, поклонения, такие как примеры, да, приведем там. Намаз. Пост. А, дальше. Что у нас еще? Воспитание детей, потому что это такое же поклонение. Воспитание детей. А, то есть сюда входит все это. Сейчас. И вот человек. Последняя у нас осталась. Мы уже пришли к финишной. <coughs> Значит, у человека, все, у него появились ценности. Ценность его иман. Он начинает что делать? Он начинает деяние делать. Он начинает делать действия, чтобы сохранить этот иман. Чтобы сохранить этот иман, чтобы его увеличить. Чтобы он становился все крепче и крепче. Что он делает? Он делает деяния. И после того, как он делает деяние, к нему приходит... Что приходит после того, как человек делает деяние, оберегает свой иман? Как вы думаете? Награда. Нет, мы еще до награды не дошли. Ну, награда от Всевышнего Аллаха будет, но это чуть другое. Да, это последнее. Спойлер вам. Спокойствие. Близко. Искренность. Э искренность уже появилась э -э, где, там, где мотивация. Там оно внутри. Поклонение. Потому что если вы ищете довольство Аллаха, то у вас в любом случае должна быть эта искренность. Если вы ищете, вы, у вас нет искренности в поиске довольства Аллаха, это тогда лицемерие. Польза нет. Сохранение. Нет. Вот, вот увеличился Иман. Давайте вот так чувство ваши откроем вы делаете деяние, у вас, вы поклоняетесь, у вас повышается иман. Какое чувство вы испытываете? Ну, давайте, давайте еще чуть-чуть. Какое чувство вы испытываете? Удовольствие. Удовольствие близко-близко. После удовольствия что? Спокойствие, богобоязненность. Богобоязненность, она в мотиве. Счастье, ну, наконец-то, Маша Аллах. Наконец-то, аль Вот это радость, спокойствие, наслаждение, э, умиротворение. Все это во что входит? Счастье. Сейчас я вам сфотографирую, я написала уже его. Вот, входит это все в счастье. То есть человек что? Счастливым становится. Он становится счастливым, начинает ценить время, его переполняет чувства, он начинает понимать ценность вещей, да? Все. И конечная точка какая? Когда человек это маркер, это конечная точка. Это маркер чего? Маркер – это показатель того, что ты счастлив. Что у тебя есть по отношению к Аллаху? А ну-ка, сестры дорогие. Довольство Аллаха. Довольство Аллаха, да. Но мы же не знаем до конца, там, доволен Аллах. Цель, любовь, цель, любовь, рай, рай. Нет, ну, рая у нас еще нет. Это касается вот этой жизни, мирской жизни пока что. Награда. У -у -у. Вот сейчас я вам скажу, и вы поймете. И если вы вот, этой, вот этому а, кругу будете а, все свое в жизни применять, то тогда, иншаллах, достигнете успеха. Значит, вот последнее вам фотографирую. Что это? Это благодарность, дорогие мои. Это благодарность. Благодарность кому? Всевышнему Аллаху. Потому что изначально... Я сейчас даже... Давайте 1, 2, 3 поставлю и вам сфоткаю. 2, 3, 4, 5, 6. И теперь мы с вами разберем. Вот смотрите, на 6 пунктов мы с вами это взяли. К вам придет благодарность. Кому благодарность? Аллаху. Почему Аллаху? Потому что Он дал вам стимул. Он дал вам стимул. Стимул какой? Уберечься от ада. Он дал вам мотивацию. Мотивацию какую? Поклонение и довольство Ему. Он дал вам эту ценность. Какая у вас ценность? Если у вас мотив поклонения, то ценность у вас какая? Ваша вера, иман. После этой ценности Он дал вам деяние. Вот Всевышний Аллах же нам все это дал, сестры мои дорогие. Вам зачем 100-500 по, по мотивации э, смотреть э, курсы, еще что-то, еще что-то? Вы размышляете над религией Аллаха. Кто, что вам дал Всевышний Аллах, почему не размышляете? Всевышний Аллах дал вам стимул. Стимул какой? Уберечься от ада. Всевышний Аллах дал мотив, то есть цель, а, мотив вот эта цель жизни, да, поклонение, довольство Аллаха. Дальше Всевышний Аллах дал ценности. Вот хочешь, как ты обретешь поклонение? Через свою веру, через иман. Дальше иман не может существовать без деяний. То есть вы не можете просто взять мотив поклонения Аллаху и лежать на диванчике. Ну, я поклоняюсь Аллаху. Нет, конечно. Вы должны что делать? Вы должны делать деяния. Приходят деяния, такие как поклонение. Ну, так, деяния, поклонения, да? То есть намаз, пост, воспитание детей, то же самое поклонение там и дуа, и деяния сердца, и все остальное, да? Вот это все входит. Обобщенное, да, оно имеет смысл обобщенное дальше после того как вы вот у вас есть ценность вы эту ценность сохранили сохраняете посредством чего посредством деяний вам приходит счастье потому что иман повышается то цель с которой вы который вы идете мотивация да, ваш мотив вы у вас есть ценность вы ее оберегаете вы делаете деяние и что вы приобретаете счастье человек счастлив все это то же, то же самое, как вы, например, у вас есть там, например, шкатулка, которая для вас ценна. Вы что делаете? Ее оберегаете, протираете постоянно, ложите на такое хорошее место, чтобы она не упала, не разбилась, ничего. И когда вы смотрите на нее, вы испытываете радость. Вот она в целости и сохранности лежит у меня. И дальше что? У вас есть благодарность. Когда вы смотрите, вы, когда человек счастлив, у него появляется благодарность. Благодарность э, у неверующих, благодарность самому себе, и благодарность э, творениям, ну, как бы, другим. Потому что мы первое изначально мы благодарим кого? Благодарим Всевышнего Аллаха, потому что первое, что у нас, стимул, кто нам дал, все это, все это входит в Таухит, единобожие, да? Все, вы, вы испытали это счастье. И вы смотрите, чтобы ней испытать это счастье. Вот. Когда человек испытывает счастье, да, у него появляется благодарность за это все. И все. Получается так, благодарность Аллаху. А тот человек, который благодарит Всевышнего Аллаха, он благодарен Всевышнему Аллаху, да, то он обретет успех. И все это приведет человека к краю вечности. Сейчас я вот все написала последнего. Вот и все. Теперь смотрите. Смотрим дальше. Еще на этом история наша не закончилась. Вернемся к нашему выгоранию и к тому вопросу, который задавала э, сестра. да? Здесь, конечно, по каждому пункту, если проходиться, э, тут выйдет не один эфир, сестры, дорогие. Если, конечно, наверное, давайте сделаем, иншаллах, несколько таких эфиров, потому что сейчас у нас уже и время начнет поджимать. Когда у нас время поджимает, начинается сокращение. Той информации, которую хочется передать. А, вот. Поэтому разделим, наверное, на несколько иншаллах, эфиров. А, смотрим, да? Вот. Вернемся к нашему выгоранию. Теперь вы, у вас есть уже таблица вот эта конечная, которую а, я вам нарисовала. Теперь мы проецируем эту а, табличку. На любое это. Я сейчас буду это тоже рисовать, да, потому что чтобы э, у нас э, у всех было это. Теперь первое, что мы рисуем, давайте разбирать. Э, тут сестра где говорит, есть ли там у, мус, э, у немусульман, там, у неверующих с их отношением к жизни еще как-то вот... Э, то вот уж будучи мусульманкой думать о том чтобы сделать с собой что-то плохое это как минимум очень стыдно это не стыдно это греховно понимаете сделать с собой что-то это греховно и от этого самой же не легче конечно а к психологи мусульмане не мусульмане же не обращаются вот с этим не соглашусь потому что я уже консультирую ну вы все знаете мое первое образование, да? А, вот. А, поэтому с этим я не соглашусь. Вот есть блоки, вот, эти, вот это, да, вот смотрите, а, вот то, что мы сейчас с вами нарисовали, да? Вот, вот, вот это я разбираю, когда человек приходит ко мне с выгоранием и говорит, вот я вот, у меня вот поклонение страдает, у меня там, я вот не могу заниматься работой. У каждого... В, кажд, в каждой сфере может произойти выгорание, да? И вот это я ему рисую. Это вам сейчас бесплатная бесплатная консультация групповая. Вот это мы с ним рисуем, но ну, с ней, потому, потому что я консультирую только э, женщин. Вот это мы рисуем, и мы каждый пункт, вот любой запрос, например. Отношения с родителями, отношения с супругом, отношения с подругами, отношения там к знаниям то же самое. Да? Вот. вот это мы все рисуем, и мы каждый пунктик прописываем. Поэтому, друзья, а к психологам мусульмане не обращаются. У этого есть, у, у этой науки есть свои условия. И, например, эта наука, она вся выведена из э, Курана, и сунны посланника Аллаха, саллиллаху Только мы, мусульмане, как всегда, э, в этом проигрываем. Это нужно признавать, потому что неверующие из нашей религии взяли все и обратили это против нас. А знаете, почему как? Потому что вся э, психология э, э, Курана. И вся психология сунна-посланника Аллаха, она настроена на то, чтобы приближаться к Аллаху, чтобы взращивать э, довольство к Аллаху, да, чтобы взращивать свой иман, чтобы вот эту ценность свою сохранять и обретать счастье. Неверующие что взяли? Мы, когда верующие, мы а, отреклись от Кур'ана и сунна-посланника Аллаха, мы потеряли смысл, для чего э, был ниспослан Коран и для чего нам до нас дошла суна посланника Аллаха, Когда мы потеряли свое мышление, размышление, когда мы перестали размышлять, неверующие что сделали, они взяли, изучили и обратили это против нас. Как эту науку они сделали такой, что вот я вам вот это нарисовала, когда человек приобретает счастье, он благодарит самого себя благодарить самого себя. И, это, э, и та психология, которая разнится с исламом, она взращивает нас, делает из человека идола, что человек сам себе начинает поклоняться. Потому что когда везде, в любой технике, которая есть э, в психологии, в конце идет благодарность тебе, я такая классная, я такая хорошая, я самая лучшая, я самая то. Взращивание навса, взращивание высокомерия. Это идет. А мы, мусульмане, мы что сделали? Мы про это забыли. Забыли размышлять над Кораном, забыли размышлять над Сунной посланника Аллаха, саляллах, алейху, забыли брать пример. Вот и все, дорогие мои. Теперь дальше. Мне кажется, у нас, как у мусульман, все же большие цели на детей. У нас небольшие цели на детей. Это наша основная цель на детей. Потому что это такое же поклонение. Нужно подходить к этому как к такому же поклонению. Воспитание детей ⁇ это поклонение. Как вы совершаете намаз, пост, чтение Курана, любое поклонение, дуа, любое поклонение, которое вы совершаете, это такое же поклонение. Воспитание детей – это поклонение. Это небольшие цели. Дать им исламское образование с пеленок – это, это цель, да, это цель, но это небольшая цель, это основная цель. Поэтому… Но это благая цель дополнительная нагрузка на нас. Это не дополнительная нагрузка на нас, если мы к ней будем подходить правильно. Если мы к ней будем подходить правильно. Помимо обычной нагрузки от детей и быта. Да? Смотрите, если к этому всему подходить правильно, вот построить себе да, все это, Планирование вам в помощь. Скажите, не вот опять-таки же вернемся. Мы, мы напишите, пожалуйста, меня слышно или нет? Слышно, угу. уже слышно. Хорошо. Значит, смотрите, вот здесь я начала говорить, может быть, не услышали, да, что если подойти к воспитанию детей прави, правильно, да, с целью, то у вас не будет никакого не ни выгорания, а, то есть и главное нацелить себя, настроить себя по другому. Так, если брать жизненные ситуации по типу, у кого нет мужа, у кого-то родители не придерживаются ислама, оставлять ребенка с бабушками и дедушками тоже не вариант. У кого-то нет подруг, общения, кто-то вынужден целыми днями сидеть дома и выходит только с мужем. А, ну, альхамдулиля, что выходите только с мужем, а что вы хотели? Хотели а, не зависеть от мужа? Потому что женщина, она замужем. И вот, вот потому что у нас подходы неправильные ко всему, да? Они начинаются... Мы берем пример не со пророка, саллиллах алейхи не со сподвижниц, а не со сподвижников, а мы берем примеры от кого-то другого. И поэтому у нас потом начинается, а вот это вот так, а это не так, это по-другому. И нужно понимать, да, что если вы будете подходить правильно к посытанию детей, то вы сможете оставлять их и с бабушками, и с дедушками, которые не придерживаются ислама. Потому что если вы взрастите в детях вот этот стержень, и твердость, исламскую твердость, то где бы они ни находились, рядом с кем бы они ни находились, они будут соблюдать религию. Поэтому мы должны правильное намерение сделать. Да? Так, дальше, особенно если дети маленькие, там вообще эмоциональное опустошение. Да, и поэтому, знаете, материнство названо в Коране, вот два года материнства, это такое один из э, очень тяжелых периодов в жизни каждой женщины потому что э, это очень такие когда ребенок э, есть беспокойные дети есть спокойные дети э, есть э, очень много там окружающих факторов да вот и это э, это то э, что может вызвать выгорание да и здесь важно, важно сделать так, чтобы эта, эта усталость, это усталость, да, которая постигнет каждого, каждую женщину, которая постигает это, да, это выгорание, да, в, когда дети маленькие, да, и вот эмоциональное опустошение от чего? от того, что вот э, забота о детях, забота о детях должна приносить что счастье, а как она должна приносить счастье? Э, так, наверное, мы об этом с вами поговорим на следующий урок. Почему? Потому что уже у нас э, время Выгорание же еще происходит, в том числе от недовлетворенности базовых потребностей, недостаток сна, недостаток общения, например. Да. А вы себе это устраиваете? Вы это убираете триггеры, которые будут а, вам выгорание. И а, вот вот по этой таблице, если вы будете идти, а, хорошо, давайте сейчас чуть-чуть нарисую вам быстренько, потому что, ну, все, честно говоря, а, у меня такой как бы а, принцип принцип для себя, да, для того, чтобы не выгореть. И потом не лежать вот здесь вот и не думать, ой, не хочу я сегодня проводить прямой эфир, а, а значит, урок у меня идет один час, между после этого мне нужно 15 минут отдохнуть для того, чтобы пройти на второй урок. Если я сейчас прокрастинирую, то есть оставлю и скажу, а, нет, давай-ка я сейчас посижу еще, то у меня не останется времени на отдых. Если у меня не останется времени на отдых, то следующий урок я проведу опустошенное. У меня не будет силы, чтобы максимально хорошо провести этот урок. Отчего я расстроюсь, и потом это будет накапливаться. Если это будет происходить каждый раз, это будет накапливаться. Если это один раз, я могу там расстроиться. Ладно, все, пообещать себе, что я больше так делать не буду. Вот. И следующее. Поэтому, если я сейчас с вами останусь еще на 15 минут, то я точно следующий урок проведу не очень хорошо. Поэтому я этого не хочу. Но я вам быстренько нарисую и до следующего урока, потому что эта тема, эту тему мы проведем не не один раз. Мы эту тему с вами проведем несколько уроков, несколько эфиров мы с вами проведем, потому что это обширная тема. За один урок вот мы сейчас с вами да вот причину вот этого выгорания мы сейчас с вами разобрали, потому что как человека происходит выгорание, когда у человека нету четкой обозначенного стимула мотивации ценности если нету, это происходит выгорание. Почему? Вот давайте раз, быстренько я вам нарисовала такой же круг, как мы рисовали с вами до этого, да, и э, разберем с вами. Первое, да, стимул. Вот стимул. Это э, убегать от чего-то некомфортного, от боли и всего остального. У вас должен быть стимул воспитания детей, уберечь их от ада. Уберечь их от ада. Дальше э, здесь не один стимул должен быть. Потому что э, это первый стимул должен быть. Уберечь их от ада, от того, от чего вы бежите. От непослушания вам. Не, а, Непослушание вам. Почитания вас. Почитание вас. Почитание. Почему? Потому что, когда. Э, Любой ребенок рождается отцу, родителям, что ему желают. Пусть этот ребенок станет благословенным для вас, и вы увидите его почитание в старости. То есть поэтому вы бежите от чего? От того, что он будет э, от его непослушания, и вы бежите от его э, неуважения вот этого, непочитания вас. Поэтому вы первый какой у вас стимул? Уберечь от ада, от непослушания вам и почитания. Дальше. Второе. Второе у нас что должно быть? У нас должно быть мотив. Мотив у нас должен быть. Значит, мы бежим от одного, уберегаемся от ада, от непослушания, от почитания вам. И бежим к чему? Тут бежим к довольству Аллаха да? Довольство Аллаха, чтобы дети вас почитали, не слушались. Почему? А, вот, иншаллах, 25 числа, дорогие сестры, будет вебинар в школе Икра. Мой вебинар будет. А, приходите а, на тему а, послушный ребенок. Чем это как бы а, все за и против? Вот, поэтому, чтобы они вас почитали. Почитали. Не слушались, а почитали. Это ваш мотив довольства Аллаха, то есть его поклонение ребенка и почитание. После мотива приходят ценности. То есть это то, что вы цените в этом вашем поклонении. Это вот как я вам таблицу нарисовала общую, вот вы можете на каждое свое деяние вот такую таблицу рисовать. У вас есть стимул, от чего вы бежите в этом? Например, бегу от того, что там, бегу от того, чтобы быть не знающий в науке там даджвид или там, бегу от того, чтобы не знать, как прочитать правильно Коран, да? или бегу от того, чтобы не читаю Коран, бегу от этого. Бегу к чему у меня в достичь, что читать Куран по правилам Таджвида. Дальше у меня есть ценность. Ценность что-то, что в этом э, ценность быть с Кураном. Теперь у вас здесь тоже эта ценность, ценность, да, вот в плане воспитания детей. Какая у нас идет ценность? Ценность такая, что дети верующие. Верующие. У них крепкий иман. Иман, и они почитают вас. Дальше у вас идет деяние. Четвертое. Деяние. Деяние ⁇ это то, что вы будете делать, чтобы сохранить эти ценности. И это то, что вы будете делать, какая у вас мотивация. Это ваши действие, то есть воспитание их. А воспитание вы даете им кораническое. Через Коран и Сунну посланника Аллаха. Кораническое и Сунна я напишу. Дальше, после этого вы испытаете счастье, когда вы увидите это все когда вы увидите, что ваш ребенок совершает поклонение, а вы ему ничего не говорите, то есть он сам намаз совершает, сам Кур'ан читает, сам поклоняется и вас почитает. И у вас будет что? У вас будет благодарность. Благодарность Аллаху первой, а потом этому ребенку. Вот чтобы до этого благодарности дойти, с наслаждением, с счастьем это делать, вы должны пройти вот эти круги. И дальше что? Конечный итог. Конечный итог. Рай вместе с ребенком или с детьми. Это мы с вами, иншаллах, подробно. Это я вам просто нарисовала сейчас. Вот сейчас я вам отправлю нарисовала быстренько. И разберем с вами подробно, на каждом пункте остановимся на следующем уроке. Иншалла. Вот любое ваше дело, чтобы оно не было выгорающим, чтобы вы не выгорели в любом деле, в работе, во всем этом, вы делаете вот такие, вот такое себе строите. То есть у меня стимул там, работаю я, чтобы там... Убежать от чего там? А от бедности. Убежать э, от бедности что? Чтобы заработать, правильно? То есть как бы э, дальше, например, если даже делаем делаем уборку дома, убежать от чего? От, от грязи бежим. Мотивация у нас какая? Чистота в доме. Чтобы было чисто. Ценность какая у нас? То есть ценность что? Когда будет чисто, вам будет комфортно. Ценность здесь комфорт будет. Дальше. Что вы для этого делаете? Я совершаю для этого деяние. Дальше. После того, как вы совершили все деяния, все, у вас чистота, комфорт приятно, у вас настигает счастье, и потом у вас появляется благодарность. После счастья у вас появляется благодарность. Благодарность, в первую очередь, всегда у нас должна быть Всевышнему Аллаху, потому что у нас нет сил. А Вся мощь и сила принадлежит только Аллаху. Ну и себе, конечно, тоже, что я аль лилях, это сделала. С помощью Аллаха я это сделала. Вот каждое дело. Дальше. На следующем уроке инша Аллах с вами разберем, да? Вот. На следующем уроке инша Аллаху Мы с вами вот разберем в плане детей, да? И еще мы с вами разберем. Кластеризация, что такое? Раз уж такая пошла тема, инша Аллах, э, ладно, введу вас в курс и этого. Что такое кластеризация? Э, кластеризация, да? Вкратце скажу вам, чтобы вы готовились. Кластеризация ⁇ это классификация своих дел, от, э, э, чтобы не растрачивать свою энергию и не прийти к выгоранию, потому что выгорание это растрата своей энергии и растрата своей энергии не туда, куда нужно. Вот чтобы свою энергию э, пускать в нужное русло, нужно делать кластеризацию. Чтобы достичь вот этой э, кластеризации, э, иншаАллаху Таалля на следующем уроке с вами поговорим. Все, все, дорогие сестры, я исчерпала весь свой лимит по отношению к времени, которое я должна уделить вам, Инша Аллаху Тааля, с вами всегда очень интересно, потому что это всегда и uh, мне дополнительное uh, развитие. Да, я очень люблю проводить с вами эфиры, uh, разговаривать с вами. Uh, и инша Аллаху, таля uh, намерение такое, чтобы наша ума все-таки как бы проснулась и исправлялась, инша Аллах. Я надеюсь, что хотя бы чуть-чуть я ответила на вопрос. Ну, иншаллах, это я же вам говорю, это такой обширный вопрос, что его за один урок, за один сеанс, вот так вот вам скажу, его не разберешь, это нужно работать. Ага. Хорошо, сестры дорогие. Иншаллах, далее встретимся с вами через неделю. Пусть Всевышний Аллах хранит вас, приумножит ваши знания научит вас тому, что будет поле для вас в обоих мирах, наделит вас терпением на этом пути, будет доволен вами. Аминь. Пусть Вышний Аллах поможет всем нашим братьям и сестрам во всех уголках земли, которые находятся под притеснением. Пусть Всевышний Аллах хранит их, наделит их терпением, заменит их боли и печали на радость. И покарает всех тех, кто причастен к этим, к этой несправедливости. Аминь. Субханаки Аллахума абихам дика ашхаду алля илляха илля ант. Астахфируке атубу илляй. Саляму алейкум, рахматуллахи ва баракятух, дорогие сестры.